Мое путешествие по историческим местам продолжается. Это боковой входной дверь мечеть, который построен султаном Сулайманом. Здесь и находится его же мавзолей. Ну, снаружи выглядит где-то вот так. Ну, конечно, сейчас камера может не передать это все. Очень огромная. Сейчас зайдем внутрь. Вот эта территория, дворовая территория. Ну, сейчас я постараюсь вам показать. Так, вот на самом деле так выглядел. Так, под номером 3 находится султан Сулайман, под номером 2 находится султан Ахмед. Здесь они все покоятся. Вот сейчас я зайду внутрь. Так, сейчас я направляюсь в мавзолей Хюрем Султан.
Здесь покоится Шехзаде Мехмед, Ханим Султан. И здесь вот Хурем Султан. Здесь вот похоронены люди, которые работали во дворе. Ну, все, я думаю, они все знатные люди. Их очень-очень много. Это все именно относится к Османской империи. Ну, здесь короткий список. Короткий список. Но здесь, конечно, камера не может это все передать. Вот за 500 лет, видите, камень, от камня почти ничего не осталось. Столько людей каждый день приходит сюда. Дворец султана, сейчас заходим внутрь, и сейчас это является мечетью.